За мир, солидарность и социальную справедливость. 125 участников и 60 волонтеров из Чувашии отправились в Сочи на международный фестиваль молодежи и студентов. Делегатов от нашей республики сегодня напутствовал и глава республики Михаил Игнатьев. Чтобы доказать, что они лучшие и достойны представлять республику на мировом уровне, молодым людям пришлось пройти через сито всевозможных экзаменов, тренингов, обучающих семинаров. Несомненно, каждый из них – личность. У молодых педагогов, медиков, журналистов, студентов уже есть свои маленькие победы. У кого-то в науке, у кого-то в искусстве. Наши молодые люди для того, чтобы достойно представить наш регион, прошли еще и обучение. Недели лучшие эксперты нашей республики подготавливали их. Мы обновили их знания по истории Чувашии, по истории России. Я уверена, что ребята здесь лучшие из лучших и что мы достойно представим наш регион. Программа фестиваля тематическая, так что свою нишу найдет каждый участник. Это позволит вам, уважаемые мои, значит, самореализоваться в этой жизни. У вас появятся сейчас новые друзья, какие-то международные связи появятся. Вы не теряйтесь, потом, соответственно, постарайтесь там переписываться. И вы посмотрите на эту жизнь другим взглядом, другими глазами. Хорошая перспектива для вас открывается, это однозначно. Ребята взяли с собой в Сочи видеоролик, специально снятый для международного форума. Республика, где всегда вам рады! Привет, Сочи! В рамках фестиваля состоится выставка регионов, сформирована культурная программа. Многие ребята до сих пор не верят своему счастью. Мы надеемся, что мы сможем довести вот этот весь дух фестиваля, все, что мы там получим, до наших коллег, до наших друзей, до наших членов организации, да, общественных, наших студентов. Спасибо большое за такую поддержку. Напомним, наша страна принимает фестиваль в третий раз. В этом году его участниками станут более 20 тысяч участников из стран мира. Событие, которое случается раз в 30 лет, несомненно останется в памяти этих ребят на всю жизнь.